Добрый день всем на канале Мои рецепты. Сегодня у меня для вас рецепт блинов с начинкой. Блинчики с грибами под сыром в духовке получаются невероятно вкусные и ароматные. Давайте приготовим вместе. В крахмал добавляем стакан молока и перемешиваем. Затем добавляем яйца. Перемешиваем миксером на низкой скорости или венчиком. Добавляем муку. Также добавляем сахар и соль. Вливаем остаток молока. Вливаем растительное масло. Перемешиваем, отставляем тесто в сторону на 30 минут настояться. После этого блины хорошо жарятся и не рвутся. Нарежем и пожарим шампиньоны для начинки. На сухую раскаленную сковородку выкладываем грибы. Грибы пустили жидкость, сливаем и дальше обжариваем на растительном масле. Нарежем лук и обжарим на растительном масле. Грибы соединяем с луком, добавляем соль и черный молотый перец. Через пару минут снимаем с огня. Тесто уже настоялось, можно жарить блины. Перемешиваем тесто перед тем, как жарить каждый блин, чтобы крахмал не оседал на дно. На разогретую сковородку выливаем тесто. Как только подрумянился край, переворачиваем блин. Выкладываем начинку и заворачиваем блинчик. Блины выкладываем на противень, смазанный растительным маслом. Сверху смазываем майонезом. Посыпаем тертым твердым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, чтобы расплавился сыр. Тем, кому понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. До скорых встреч!